Это были первые месяцы борьбы за установление советской власти в Киргизии. Шел 1918 год. Еще один доброволец. Видал? Родимый, топает прямо к большевичкам. Мой. Из моей волости. Сбежал, сука. Эй! Эй! Вернись! Поймать чего надо, чтоб другим не повадно было. Что случилось? Ничего. Спи. Кыргызцы гонят. Thank you.
наш собака. Вставай, парень. Ну и шибко ты бежал. Я чуть коня не запалил. Вставай. Не бойся. Загнали парня. Да не бойся ты их. Пусть только сунутся. Так я их куркулей. Уж больно храбрые. С бабами да пацанами. Ну что валандаешься? Отваливайте. А то худо будет. Ну погоди, стерва. Еще схлестнутся наши дорожки. Катись, а то твоя дорожка тут и кончится. Наша красная и ихняя, ну, этих, Беляков. Понял? Нет. А пролетарии всех стран соединяйтесь, слышал? Нет. Ну, брат, ты совсем темный. Ну, ничего, поймешь, когда петух в темечко клюнет. Сам дойдешь. Ты парень молодой. Как звать? Мукаш. А ну-ка, дай сюда. Не нужна она тебе. Да, брат, запугали вас шибко. Слышь, парень, хочешь бить Беляков? Иди к нам. Дадим коня, винтовку. Будем воевать с контрой, с баями. Согласен? Отца у меня нет. Он умер уже давно, когда я был еще маленький. Мать дома одна. Совсем одна. Я должен вернуться к ней. Ну, как знаешь.
Слушай, это правда, что новая власть бесплатные школы открывает? Да. Учиться хочешь? Хотел узнать. Пойдешь по этой тропке. Вот и приехали. А город там, за рекой. Эй, парень! Когда будешь в городе, Степана найди. Он тебя в школу устроит. Я знал, если над юртой висит черный флаг, значит, в юрту пришло горе. Эй, Учар! Учар, Учар! Сюда, сюда! Учар! Ко мне! На, на! Ешь! В юрте никого нет! Все уехали! Да говорят, тебе никого нет! Чего ты здесь торчишь? Убирайся! Негде мне ночевать, парень. Эй, Талайбек, с кем ты говоришь? Отвечай мне, кто там? Да какой-то бродяга! Не трогай! Уходи! Салям алейкум. Алейкум салям. Проходи, сынок. Уходи отсюда! Чему он в нашу юрту приперся? Уходи, бродяга! Пошел, бродяжский ребят! Я туда, я тебе... Бродяга! Он сказан тебе! Тише, не кричите. Да. Много народу полегло тогда. Кто там пришел? Не только в нашей юрте горе поселилось. Над многими юртами висит черный флаг. Что у тебя в узелке? Да так, пожитки кое-какие. Ты что, сирота? Нет, бабушка. Может быть, это к лучшему, что у тебя нет родителей. Они не видят своего сына с котомкой. Больно было бы смотреть на бродягу сына. Он сказал, что не сирота. Все в этом мире изменчиво. Сегодня человек жив, а завтра... Ты! Морда поганая! Вот стал я хуже видеть, а то взолотал твою рубаху. Не дразнись! Вражья морда! Ты что, взбесился сегодня? Он сам первый ко мне пристает! Ну, сынок, расскажи, куда идешь. Хочу учиться. В город пойду. Русский бумагу мне дал. Эх!
Бедная сирота. И зачем нам с тобой нужна учеба? Ах, старая. Говорят тебе, он не сирота. Ведь он же сам сказал, что сирота, не спорь. Я этого не говорил. У меня мать есть. Ну, если не сирота, тем лучше. Она сама меня послала. Не бродяга я. Накормите беднягу. Доброе дело сделаете. Это родственники едут. На похоронах не были. Ваша матушка, ой, хайгзар, ой, кем бы десем тышим де, а вардыгынан, ой, айрылып, Ну, полно, хватит. Перестань, дочка, успокойся. Многие пострадали от карателей. Дети остались без отцов. Родители лишили своих детей. Некому было оплакивать их. Не всех хоронили по обряду. Мы раньше никак не могли навестить вас. Мужайтесь. Ведь жизнь не бывает без скорби. Бог не создал бессмертных людей, а кузнец вечных вещей. Золото не жалеет. Люди добрые всегда остаются добрыми людьми. Спасибо. Благослови вас, Аллах. Берите. Кушайте. Подбросьте там в огонь. Значит, в город идешь, сынок? Да, Ксакал. Много сожженных селений мы видели на своем пути. Вся долина пострадала от карателей. Что ты сказал, Батыр? Я говорю, много сожженных селений мы видели. Думали, ты остался без крова. В этой долине, кажется, одна ваша юрта уцелела. Аллах нас тогда спас. Мы были в горах с верблюдами. А ее муж и сын были в Аиле. И все-таки в город идешь, сынок? Да, Ксакал. Желание матери для сына трижды закон. Перестань. Никто не знает, что будет с нами завтра. Покалечишься, дай сута. Может, человек, которому ты несешь бумагу, убит? Зачем тебе уходить? Оставайся лучше у нас. Лишний рот нам не помеха. А то мне одному трудно пасти хозяйских верблюдов. Оставайся, невесту тебе найдем. Девушки у нас славные. Переночуешь, подумаешь. А утром ответишь нам. Не ходи в город.
чужие кругом. Погибнешь ты там, пропадешь ни за что. Ну что ж ты молчишь? Остаешься? Всего-то мы лишились и земли, и воды. Ну и времена. Да, времена. В старину говорили, что люди переживут три времени. Время волков, время лисицы, наконец. Третье счастливое время. Время волков – это время наших воинственных предков. Время лисиц – это наше время. Счастливые времена впереди. Но чтобы дожить до них, люди должны, как это ни горько, перенести жестокие страдания. Ведь недаром говорят, если раб выживет, он будет есть на золоте. Будем надеяться. А ты, юноша, не робей. Иди смело своей дорогой. Сейчас уже не убивают открыто. В городе наводят порядок. Всадники! К нам скачут! Жан, отведи коней, да поживей. И сама там останься. И ты скройся, чтоб не было беды. Шею себе сломал, будь он проклят. Это мой хозяин. Ну как, бабушка, растешь? С каждым годом все молодеешь. Да, родимый, давно стараюсь, чтобы тебе понравиться. Это же наш волосной. Что ему здесь надо? Он, наверное, насчет свадьбы. Торопится, боится сдохнуть. Батыр, ты все еще не найдешь горы, которую не смог бы одолеть. А у тебя язык по-прежнему злой, как верблюжья колючка. Но хватит. Я приехал сюда по важному делу. У вас русский с мальцем-киргизцем не показывались? Нет. Ну-ну. Ты кто такой? Это наш родственник. Он на поминки к нам приехал.
Волжан что-то не видно. Она за водой пошла. Как вас зовут? Мукаш. Кто там? Кто-то вошел. Что у матери с глазами? С горя ослепла она. Отца каратели убили, а с ним брата. Мы очень боялись, что мать тоже умрет. Аил тоже они сожгли? Да. Мать неделю лежала без памяти, а когда очнулась, уже слепая. С тех пор ей слышатся крики, стоны, выстрелы. Она совсем не спит. Эй, Талебек. В юрте кто-то есть. Долго ты еще будешь тянуть? Колым весь уже выбрали. Чего же вам еще? Или ты в своей юрте не хозяин? Да не стучи ты! Что я тебе скажу. Это должно быть завтра. Хорошо. Завтра так завтра. Я уже не так молод, чтоб долго в женихах ходить, Баттер. Жан, где? Что молчите? Волосной уехал, отвечайте мне. Где Улжан? Где Улжан? Говорят, за водой пошла. Но нам пора. К
Куда спешишь? Остался, по мясу отведу. Спасибо, Аксакал. Еще угостимся. Нам надо засветло попасть в Коджар. Завтра увидимся. Дела, дела. Дело маленькое. Кому сахар кусок, кому что послаще. Ну, милая, ну! Кучер, кучер! Возьми, возьми! За мной, за мной! Кучер! Ана мылтыкты, ясынды май бұтым, ғанты май аққай ғана ташқы, дұл жашынды мей бұтым. Атадап чұрқап қалғанда, валтыды жашқа бұтым. Я знал эту сказку с детства. Ее рассказывал мне мой отец. Жил высоко в горах старик-охотник. И было у него три сына. Двое сыновей погибли в битвах с врагами. И остался у старика единственный шестилетний сын Карагул. Охотник был стар. Его ноги утратили прежнюю силу. Глаза зоркость. Дикие козы убегали от него. И старик все чаще возвращался в юрту с пустыми руками. И было так. Он охотился целый день, но не случилось ему удачи. И возвращался он усталый и голодный к своему сыну Карагулу. Подойдя к юрте, охотник увидел красавца-козленка. Обрадовался старик. Стал подкрадываться ближе. Спрятался за большой камень. Долго целился, пока выстрелил. Боялся промахнуться. И не промахнулся. Когда охотник подбежал взять добычу, он увидел на земле своего карагула. На сыне была одета шкура козленка. Заплакал старый охотник. Он так страдал, что, увидев его горе, поседели горы. Стали белыми. По сей день бродит старый охотник в горах. Все зовет своего карагула. Асказуғана қазірді қабыша тайып отым, тақыр мені соры тұрғыдым, адам жоғып отым. Өтіріп алып тай кетішке көк сөбіре шалмын, шамам жоғып отым. Жалғыз тұрайымда темселі вайланамда дойғарам жоғып отым. Ей жұтып алдым доғара шықыр сықылы тақыр доямал жоғып отым. Қақшаған бойдан дой өтім бұқарғанда темселі. Бабынды қақпаш бірі бұдып, адам жоғы бұдып. Ой, қараным ай бұдып, айдай-дай-дай, жалғызым Толебек, Толебек, вставай, волки.
ты поступишь, как велит твой брат. Что ты сказал? Я о твоей свадьбе. Меня ведь продали. Взяли уж Колым. Теперь воля не моя. Эй, есть кто-нибудь в юрте? Молдобек! Эй, Молдобек, выходи! Кто там? Бабушка, Волосной с казаками Кокджар спалили. Убитых много. Мы ищем людей копать могилы. Пусть Молдобек выйдет. Молдобека нет. Он умер. Тогда пусть выйдет Турган. Турган тоже нет, ведь он погиб давно. Его бандиты убили, разве ты не знаешь? Ну, поехали. Прости, бабушка. А вы что сидите? Уж утро скоро. Спать пора. Пугал ты меня. Что ты здесь делаешь? Мир траву ищу. Разве она здесь растет? Бывает. Сегодня ночью полнолуние. Она цвести должна. А зачем тебе эта трава? Волшебная она. Приложишь распустившийся цветок этой травы к ране, рана быстро затянется. А если помоешь отваром этого цветка незрячие глаза, они будут видеть, как прежде. Но этот цветок может найти только счастливый. Тогда ищи эту траву без меня. Со мной удачи тебе не будет. Меня тоже счастливой не назовешь. Ну тогда идем. Меер-трава. Какое странное название. А ты знаешь, как она выглядит? Нет. А как же ты хочешь ее найти? Не знаю. Что ты сейчас слышишь? Шум реки. Вой волка. Эхо в скалах. А если мы найдем мир траву,
мы будем слышать, как растут деревья, травы. И люди нам никогда не соврут. Будут врать. Ведь это люди. Но мы будем знать, что это ложь. Хорошая вода. Хочешь пить? Скажи, что ты ответишь моему брату? Хотел остаться у вас, но теперь раздумал. Хочу податься в город. Грамоту мне бы узнать. Грамоте научиться. Страшно в темноте. Страшно. Живем, как звери. Да и разные мы. Вот наш волосной. Тоже грамотный. А на кой она ему? Мне бы ее. Описал бы я тогда. Сегодняшнюю ночь. Этот родник. И тебя. Все ночи мои проходят без сна. Нет края моей тоске. Есть у меня большая мечта, но дорога к ней не ясна. Как мне дойти до этой мечты, чтоб не скорбела в тоске душа? Где друга верного найти, чтоб руку мне он протянул? Здесь тьма кругом, и дороги нет. Кто же подаст совет? Есть за горами город большой, где ученье беднякам раскрывает глаза. Но сердце мое горит и стонет. Как мне дорогу туда найти? Если же я ее не найду, лучше погибнуть, чем жить, как живу. Горе мое сильнее меня. Его все труднее в сердце носить. И только мечта о новой судьбе дает мне надежду и силы жить. Хорошо, когда у человека есть мечта. У меня и мечта умерла. А я все еще живу.
оставляй меня. Не отдавай никому. Я не буду жалеть. Что ты? Что ты, Улжан? Успокойся. Разве так можно? Нельзя так, Улжан. Нельзя. Не надо. Не плачь. Не плачь, Улжан. Я с тобой. Улжан, будь мне сестрой. Пойдем в город. Вместе. Не оставайся здесь. Не надо. В городе дадут нам работу. Я знаю, большевики там. Станем учиться. Согласна? Ты свободен. Ты идешь, куда хочешь. А я уже продана. Здесь мы жили. Лукаш решил уйти отсюда. И зовет меня с собой. Подойди сюда, сынок. Верю. Верю я ему. Родная. Иди, дочка, с ним. Я благословляю вас. Идите. Прощай. Пора. Дочка, проститесь с отцом. Thank you.
Здесь лежит ее отец. А брат рядом с ним. Отец. Мы решили уйти в город. Так хочет мама и я. Перейдите, родимые. Мама тоже согласна. Идем. Идем. Подъезжая к Абаку, подъезжаем к Абаку, едет баба на Баку. Идемте встречать. Они уже приехали. Приехали купцы торговать вашу лисицу. Ну-с, как подарочек? Ну-ну. Ну-с, где невеста? Опять за водой послали. Ну, загоняете девку так. Лужа сбежала! Сбежала у Луджа! Кто-то сказал. Куда сбежала, отвечай. Отвечай! Идет на тот берег вместе с тем бродягой! Пустите меня! Мы сейчас поговорим. Вот записка. Это русский дал, чтобы в школу взяли. Не потеряй. Но, вперед! Не бойся, Улужан, я найду тебя! Здесь! Вот я!
Бери!
Где Улжан, скажи? Она поднимается в гору. А теперь? Теперь догоняет караван. Скажи, мать, Улжан обернулась? Оглянулся, внученька дорогая. Плачет, кажется. Мать, ты тоже плачешь. Не надо, мужейся. Пожелай ей счастья. Только счастья.